Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Я уже было начал на Дзен цикл данных публикаций, но моя ошибка была и в том, что я их начал только в текстовом формате. Сейчас в процессе работы мне стало ясно, что нужны как текстовые, так и видеоверсии данных публикаций. Так с ними, по уже наработанному опыту, ознакомится куда больше людей. И поэтому я решил начать сначала. Несколько углубил написанное, ну и давать теперь уже по две версии публикации. Напомню, в чем главная причина провала политики Путина. Она очень проста. Он сохранил в нашей стране очень древний, архаичный способ производства, который, согласно марксистско-ленинской теории, идет сразу за первобытно-общинным способом. То есть этот строй примитивнее не только капитализма, но и даже рабовладения. Коммунисты в свое время называли его азиатским способом производства, АСП. Его современное название – политаризм. И именно эта система, а не капитализм, как нас учили, была в царской России, также она осталась и в Советском Союзе, и в России современной. Почему же мы не знали об этом? Спросите вы меня. Но ответ очень прост. Потому что Сталин подло предал дело коммунизма и левое дело вообще, и вычеркнул данный способ производства из коммунистической теории, а далее запретил преподавать ее в учебных заведениях Советского Союза. И думаю, несложно понять, зачем он это сделал. Чтобы скрыть от людей факт своего предательства. Скрыть от них то, что он создал в нашей стране не социалистическую систему, а политарную. И нужно сказать, что ему это удалось. Сегодня очень многие недалекие люди искренне считают Сталина настоящим коммунистом. На этом о политике в данной публикации, думаю, хватит. Сегодня у нас разговор о другом. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Теперь об экономике. Понятно, что экономика политаризма также намного примитивнее не только капиталистической экономики, но и даже рабовладельческой. Но здесь есть даже не одно «но». А я бы сказал, целых пять «но». Дело в том, что экономика политаризма за 20 век пять раз умудрилась и удивить, и даже потрясти мир. Она пять раз умудрилась оказываться эффективнее, чем экономика даже самых развитых капиталистических стран. И уже ясно, что экономика политаризма сегодня вещь в себе, и она совершенно не изучена современной наукой. Но по всему она обладает невероятным потенциалом, который нуждается в глубоком и всестороннем изучении. Именно об этих пяти «но» я и хотел бы поговорить в данном цикле публикаций, ну а заодно и показать, насколько же великий шанс упустил наш нынешний президент России Владимир Путин. Вначале обозначу их. Первый раз экономика политаризма удивила мир в результате политики Владимира Ленина. Его политики НЭПа. Экономическую систему, созданную Лениным, современные исследователи называют политарно-капиталистической. Но я бы ее так не назвал. Я для себя давно дал ей другое название. Сбалансированная экономика. Но об этом, понятно, мы поговорим в свое время. Второй раз политарная экономика буквально потрясла мир. В годы Второй мировой войны. Это сталинское экономическое чудо. Благодаря которому он и победил. Хотя экономически Советский Союз, безусловно, был обречен на поражение. Это чудо особенно интересно тем, что Сталину противостояла тоже не капиталистическая экономика, а опять экономика политарно-капиталистическая. И она тоже потрясла мир. Третий раз политарная экономика потрясла мир, как бы нам не было это неприятно, благодаря Адольфу Гитлеру. Созданная Гитлером экономическая система, в орбиту которой попала почти вся экономика Западной Европы, то есть на тот момент самая развитая экономика в нашем мире, тоже была политарно-капиталистической. И в этом плане она была очень похожа на экономику, созданную Владимиром Лениным. Более того, по эффективности она ленинскую экономику превзошла. Опять как бы это ни было неприятно. В Советском Союзе в период НЭПа удалось осуществить только экономическое чудо. В Третьем же Рейхе, позволю себе опять ввести новый термин, удалось осуществить не только экономическое, но и технологическое чудо.
Огромный рывок вперед совершила не только экономика Европы, но и ее технологии. Приведу только два примера. Нацистам удалось создать великолепный реактивный истребитель «Мессершмитт-262», который успел принять реальное участие в боевых действиях. А также им удалось создать первую в мире баллистическую ракету «Фау-2». Эта ракета была первым устройством, созданным человечеством, реально достигшим космоса. Да, представьте себе, именно эта ракета, а не советский первый искусственный спутник Земли. Вот как выглядел «Мессершмитт-262», вот как выглядела «Фау-2». О том, что первым в космос вышел аппарат, созданный нацистами, очень не любят вспоминать сейчас, но это факт. Эта ракета поднималась на высоту 188 километров, совершая суборбитальный космический полет. Добавлю также, что Юрий Гагарин совершил свой первый бессмертный полет человека в космос, тоже на германском ракетном двигателе. Впрочем, американские космические исследования тоже очень и очень обязаны нацистским технологиям и лично Вернеру фон Брауну. Но самое удивительное здесь даже не это, а то, что сталинская экономика оказалась эффективнее даже гитлеровской. И именно сталинская экономика сделала возможной победу над Третьим Рейхом. Кстати, в СССР, и опять именно при Сталине, а не при Ленине, также проявились, скажем так, элементы технологического чуда. Но, на мой взгляд, здесь заслуги Сталина нет. Здесь главная заслуга принадлежит, безусловно, Роберту Бартини, создателю советской авиации и космонавтики, которые, безусловно, были лучшими в мире. Он с честью дал клятву, данную своим товарищам, итальянским коммунистам, перед переездом в СССР, сделать все, чтобы красные самолеты летали быстрее черных. Вот как выглядел Роберт Бартини. Мой подробный ролик о Роберте Бартини будет в подсказке. Четвертый раз планетарная экономика удивила мир в современном Китае, благодаря реформам Дэн Сяопина. И, кстати, продолжает удивлять. Ну а пятый раз она удивила мир и продолжает удивлять в современной Скандинавии. То, что социально-экономическую систему в современной Скандинавии уже сложно назвать капиталистической, серьезные люди понимают давно. Кстати, на мой взгляд, именно скандинавские страны сегодня наиболее близко подошли к ноосферному способу производства. И нужно добавить, что они подошли к нему не только экономически, но и политически, что на нашей планете совершенно уникально. Если подходить к вопросу чисто хронологически, то мне следует начать с экономической системы, созданной Владимиром Лениным. Но я решил в данном цикле публикаций не использовать хронологического подхода. И я начну разговор со сталинской экономической модели. Как ни крути, но именно сталинская экономика показала себя, без всяких оговорок, самой эффективной экономической моделью на нашей планете. Но здесь нужно также добавить, но показала она себя такой эффективной моделью только в чрезвычайных обстоятельствах и только на очень короткий период. Более того, сила сталинской экономики была лишь обратной стороной ее слабости. Самое же интересное в сталинской экономике то, что она не политарно-капиталистическая, а она, скажем так, ультраполитарная или гиперполитарная. Сталин довел экономическую систему политаризма в Советском Союзе 30-40-х годов буквально до предела, до максимума, что и дало настолько потрясающий эффект. И это совершенно уникально в истории человечества. Модели экономики, аналогичной сталинской, я больше не встречал нигде в истории нашей цивилизации. Ну, а я вроде по образованию первому историку. И обо всем этом, думаю, пора поговорить подробно. Но, понятно, поговорим подробно мы об этом в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.